Говорили, что к вам применяли специальные меры. Специальных мер не было. Единственное, что когда приходили сотрудники оперативного отдела, то оказывалось некоторое давление, то есть по ходу следствия. А в чем оно выражалось? То есть какие-то такие были угрозы незначительные там. О применении физической силы. А в нашем переводе в СИЗО КГБ такого плана. А непосредственно физически. Нет, ничего не было. Нет, ничего не было. Хорошо, вы довольны приговором? Мы на свободе, поэтому мы довольны. Собираетесь его обжаловать? Ну, думаем, что да, еще будем советоваться с адвокатом. Сумма 10 миллионов рублей. Насколько серьезна для вас эта сумма? Ну, у нас уже был иск 14 миллионов. Мы очень благодарны, что прозрачные организации нам его заплатили. Вот. Ну, сейчас будем решать, как будет дальше. Вас обязали находиться под подпиской, а не выездить, где вы в этот момент будете сейчас находиться? Там же, где я был прописан до этого, по адресу прописки, регистрации. Вы из Беларуси приезжать не будете? На данный момент нет. А Иван что скажет? Иван, все хорошо. Будете здесь? Ну, нет, да. У нас еще вопрос решается. А у вас есть какие-нибудь предположения, почему приговор оказался таким мягким? На самом деле недостаточно доказательная база была. То есть, поэтому лишать срока было бы слишком жестким приговором. А что там было на этом видео, которое прокурор закрывал? На самом деле на видео ничего такого не было. Единственное, что там было видно, что мы находились действительно в этой толпе участников. Но мы никаких действий при этом не совершали, силовых воздействий. Видео, по-моему, даже не наносили ударов никаких. Да, скорее всего, видео нас больше оправдало, нежели в чем-то обвинило. Там по сведениям на одном из кадров, как ОМОНовцы бьют человека. Ну, там были какие-то кадры, ну, по-моему, неоднократно там. Они повторялись. А ваше сегодняшнее физическое состояние откуда? Сложно сказать. Надо как-то в себя прийти, как после всего. Оцените помощь российского посольства. Мы очень благодарны российскому посольству. Они все это время нас поддерживали, участвовали в нашей судьбе. И, конечно, нам очень помогла в моральном плане их поддержка.